Ивановская область выступила с инициативой внести изменения в федеральный закон об энергосбережении, согласно которому с 1 января 2015 года все жилые помещения в обязательном порядке должны быть оснащены приборами учета потребления газа. Ивановские депутаты считают нецелесообразной установку счетчиков в квартирах только с газовыми плитами, ведь в этом случае потребление газа останется на прежнем уровне, а плата за голубое топливо для абонентов вырастет. Поэтому установка приборов учета газа в таких случаях, по мнению ивановских парламентариев, должна носить рекомендательный характер. Кроме того, предлагается продлить сроки оснащения квартир счетчиками газа до 1 января 2019 года. Очень большой ажиотаж, когда у нас обычно люди ждут последнего момента и в последние месяцы пытаются исполнить закон. Но на этом фоне появляется очень много организаций, которые не имеют ни лицензии, ни возможности устанавливать эти приборы учета. Люди в панике обращаются во все инстанции и не могут понять вообще, что им делать. Поэтому сегодня вот этот вопрос, который мы носим на федеральный центр, считаем он очень важный, и поэтому будем его отстаивать в Государственной Думе.